Отец, я рассказывал, как ящеры управляют миром. Управляли, если ты про динозавров. К тому же ты вроде говорил, это обман. Нет, именно что управляют. Большинство наших лидеров — это потомки людоящеры с планеты Сириус. Ты вроде говорил, что миром правят иллюминаты. Ну да, я еще не во всем разобрался. Идем, ковчег сам себя не найдет. Мы здесь, на радио «Свободная Земля», с грустью сообщаем вам о смерти одноглазой Ольги, легендарной российской снайперши, которая была убита ранее днем, во время смелой попытки саботажа Тунгусского портала. Ее смерть – это трагедия, как и смерть любого другого человека в этой войне. Но это на нашей совести – сделать все, чтобы эти жертвы не были напрасны. Можете передать вашим мамашам, что я даже ебучую рыбу не люблю? Ты вообще о чем? Просто веду светскую беседу, босс. Ты нашел Кенни? Его больше нет. Черт, он же был так молод. Его душа теперь у нашего Творца. Люди Земли, вам когда-нибудь... Победа! Это воспоминания о Земле. Знаете, чего мне не хватает? Фастфуда. Вообще-то это иронично. До войны всех заботило здоровое питание. Когда нам тяжело было осмелиться съесть хороший бургер, или карри, или пломбир. А теперь у нас только пайки, в которых нужное количество клетчатки, белка и витаминов, чтобы поддерживать наше здоровье. Но не вкус. Не чувствуете ли вы себя теперь идиотом за то, что не брали хот-дог с экстра майонезом и огурчиками? Так что, да, за вредный, жирный, вкусный фастфуд, полный пустых калорий и холестерина. Это Билл Горвин на радио «Свободная Земля». Смакуйте каждый сэндвич. Йоу, босс, обращенные! Башка!
Походу, они сдались. Дело сделано! Если бы они перестали хоть на секунду орать, что бы они сказали?
Перезаряжаю! Иллюминатор. Хотя нет.
Вот что будет, если заебать Родригеса! Ты хера засранцев! Надо перезарядиться! За Марс! Эй, вот ты где. Я уже начинала волноваться. Я в порядке. Я не о тебе волновалась, придурок. Ладно, я там видела всякие запасы на пути сюда. Сэм, хочешь посмотреть? Ладно, парни, вы остаетесь здесь, а я и дама пойдем проверим припасы. О, вы идете на свидание. Заткнись, Родригес. Ты точно знаешь, как красить улицы в красный. Думала, городу нужны новые краски. Может, подкрепление в какой-то веке? Это было бы что-то новенькое. Эй, это возможно. А знаешь, это как тогда в Баден-Бадене. Точно. Помнишь того Гнара? А, с этим... И тот прилавок с прицепами. Да, ты еще пнула его. Прямо в лоб. Ой, ну. Славные времена. Было даже романтично как-то. Как думаешь, после войны мы можем сходить на настоящее свидание? Типа, не убивая никого? Я не знаю. Неужели мы так привыкли к этому? Может, мы хотя бы покалечим кого-нибудь? Для начала сойдет. Как прошло свидание? Заткнись, Родригес! Воскрешение. Ты хочешь сказать, они клонировали Иисуса? Не подкидывайте идеи конспирологу, отец. Скорее наркологу под веществами. Ага. Давай смейся над тем, что я ищу ответы. Потом ты мне скажешь, глобальное потепление не вызвано специально. От разговора с тобой у меня мозг пухнет. Просто мои слова добавляют нейронам.
У этой болтовни вообще смысл есть? Не знаю, я стараюсь не слушать их. Послать Господа! Снова эти ебучие клиры! У меня палец онемел от такой долгой пальбы!
таких парнишек! Родригес! Всех положил! Все закончилось. Хорошо. Атаку!
Стреляем по извилинам! Это базилика. Грааль должен быть внутри. Just the murderous I was looking for. Как приятно видеть тебя снова, Сэм. А еще приятнее, что ты привел новых друзей. Так что я могу разобраться с вами разом. Но я должен признаться, я кое в чем тебе благодарен. Ты кое-чему научил меня, Сэм. Эта планета упрямая, надоедливая и удивительно живучая. Это доказало, что она должна погибнуть. Она болезнь. Покончив с тобой, Сэм, уж ты поверь мне, я постараюсь вырезать каждого. Чё с ногами? Я об этом думаю с его появления. Почему они такие маленькие? Они меня выбешивают. Я говорил, они мега странные. Не надо задавать вопросов, к ответам на которые вы не готовы. Как зловеще. Ничего хорошего после этого не бывает. Он, вероятно, сейчас вылезет четырехруким гигантом или типа того. Вон бабочку. Пора прикончить этого пендеха ящера-убийцу Кенни! Лучше и не скажешь, брат. Следующий. Сражайся.
сделать сложнее. Ауч. Идеальное проявление остроумия человека. Может, каламбур? Это попытка избежать вопящей бездны при помощи смехотворной конструкции словоблудия. Что же это, Сэм? Какими бессмысленными словами ты увековечишь этот момент триумфа? Я потерял ботинок. Что? Но это же... Анализируй это. Сын мой, ты безумен. Но временами есть что-то божественное в твоем безумии. Выполняю свою работу, отец. А сейчас пойдем за Граалем. Сэмюэль, теперь я уверен, что это не Грааль. Грааль должен излечивать раны мира. Это что-то другое. Но мы проделали такой путь. Нужно хотя бы глянуть. Что? Завязывай! Ладно, дальше что? Нужно выполнить ритуал, но мне кажется, это опасно. Так, ладно, отец, если вы не хотите это делать, то я и мой друг Си-4 всегда хотим. Не-не-не-не-не, не надо. Не надо, пожалуйста. Но так быстрее. Это может быть ересью, но мы и так натворили дело, взорвав Ватикан. Посмотрим. Обрати суд над святыми. Обрати суд. Ослепи божественного посланника. Воззови к знаку святого Петра. Петр был распят вверх ногами. Ковчег, я чувствую его силу. Ну, надеюсь, он не расплавит мне лицо. Это палка. Не трогай. Этот артефакт находится в ковчеге, дабы защитить мир от его зла. Он прав. Не трогай. Что за херня? На месте, Стоун. Дальше мы разберемся. Бран, что ты делаешь? Сэр, мы справились. Это и есть артефакт. Какого хуя эти пиндехи целятся в нас? Oh, you people. You are so dumb. This whole planet, all sheep. No wonder mental is winning. You believe anything you're told. I didn't even need to invent General Brand. You already believed in him.
He's that tough old bastard who doesn't play by the rules. But if we trust him, he'll do what needs to be done. И ты предал нас? Я понял истинный порядок вещей. Настало мое время быть на стороне победителей. У человечества был шанс. Им следовало принять Тахума, как сделали Кнумы и более древние расы. Я дарю это предложение и силу, что идет с ним в честь нашего владыки Тахума, великолепного. А еще говорят, я безумец. Я не безумец. Я только прагматик. Во вселенной есть иерархия, и скоро я получу повышение. Узрите, я зверь апокалипсиса, князь отчаяния, я последний человек. Даруй нам силу, Господи, пред этими слугами тьмы. Ибо мы боремся не против плоти и крови, но против властей и врагов. Молчать, священник! Ты боишься слова Господня? Что теперь говорит твой Бог, Отец? He says, you. I'm gonna kick your ass so hard you can kiss your own ass. I'm gonna kick you, son of a. You. Этого заверните мне с собой. А остальные? Скормите дроном.